Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет, и сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание 831. Нужно найти значение выражения и пункт А. 2 в кубе плюс 3 в квадрате. 2 в кубе – это 2 умножить на 2 умножить на 2, то есть двойку саму на себя 3 раза умножаем. И получаем 8, а 3 в квадрате – это 3 умножить на 3, то есть 9. 8 плюс 9 – 17. Пункт Б. 3 в третьей степени плюс 5 в квадрате. 3 в третьей степени – это 3 раза тройку саму на себя умножить. Получаем 27, а 5 в квадрате – это 25. 27 плюс 25 будет 52. Пункт В. 4 в третьей степени плюс 6. 4 в третьей – это 4 умножить на 4. И умножить на 4. 4 на 4 – 16, и умножить на 4 будет 64. 64 плюс 6 будет 70. И пункт Г последний. 10 в кубе минус 10. 10 в кубе – это 10 само на себя умножить 3 раза, то есть 1000. 1000 минус 10 будет 990. И выполнили задание 831. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.